Здравствуйте, друзья! Вы гости моего канала. Представляю вам свою новиночку из той закупки из магазина Леруа Мерлен города Иваново. Вот такой сингониум мне попался с вишневым оттенком. Я нашла его название, может быть и неправильно. Если неправильно, подскажите. Аарон Браун. Вот такой пышный кустик. Стоимость его 900 рублей была. Сейчас я буду его сажать по-новому, чтоб у меня обновился кустик. И вот эти вот, конечно, он с магазина повреждены листики. Где-то залив, где-то я тут видела механические повреждения были листиков. Вот тут вот с этой стороны, вот там внизу. Но перед работой я хочу вас попросить подписаться на мой канал. Я уверяю вас, это не больно. Вам это будет пригодиться, а мне будет приятно, что вы смотрите мой канал с подпиской, потому что 85% людей смотрят мои видео без подписки, а мне обидно. У меня на канале нет монетизации, а то, что подписчики будут прибавляться, мне это будет приятно. Спасибо за понимание. Итак, я планирую посадить этот кустик сингониума радикально. Во-первых, я хочу полностью срезать вот таким образом листовой аппарат. Теперь достаем корневую. Кто производитель? Россия, Москва, Флора, ООО Флора. Ну, видно по грунту. И перлитик тут присутствует, и неголимый торф. Так, вот так вот я сейчас его освобождаю полностью. Корневая тут небольшая. И то вот эти старые большие корни я обрезаю. Сингониуму это не вредит. Он будет обновляться, нарастать будет новый листовой аппарат. Корни будут развиваться уже в новом грунте домашнем. И все пойдет отлично. Так, сеточка есть у нас тут? По-моему, нету. Нету. Ну и отлично. Я его уже обрабатывала. Я обрабатываю препаратом 30+. Он от всех вредителей. Два в одном. Корни растрепаю, чтобы они в новом грунте развивались за границу прежнего объема. Так, еще раз повторяю, что не надо мне писать. Растребушила все корни. Сингониуму это не вредит. Так, это у меня будет маточник. Буду сажать в такой красивый горшочек, я приготовила.
Грунт самый обыкновенный. У меня лесной. Я не покупаю. Дренажом пользуюсь. Пенопластом. Керамзит я не использую. Он вреден. С ним очень легко и быстро залить цветок. Присыпаем дренаж. Сажаем куст прям вот так пучком. Наверное, много насыпала. Хочу его больше присыпать сверху, потому что вот тут вот корни выше. Тут вот выше корни, вот они есть. Я его хочу заглубить. Так, вот вся, в принципе, посадка. С верхней частью цветка, с листовым аппаратом, я буду работать отдельно. Ну, тоже в этом видео сейчас я все с вами сделаю. Я планирую нарезать на черенки и поставить укоренять. Так как я занимаюсь продажами, мне это даже очень нравится. Они тоже благополучно, черенки, укоренятся. И я их посажу в стаканчики отдельно. Сингониум поливаю я сразу после посадки. Те цветы, которые не надо поливать сразу после посадки, я не поливаю. Какие я уже объясняла в предыдущих видео. Вот такое заглубление получилось. Грунта достаточно. Сейчас польем. И займемся черенкованием. Так. Ставим имя Аарон Брю. А нет, Аарон Браун. Вот, еще не выучила. Так, это будет у нас расти, обрастать и развиваться. Сейчас мы займемся с вами черенкованием. Сейчас я нарежу хорошие череночки. И поставлю укореняться. Что у нас тут в наличии? Вот отличный черенок. Вот так его обрежу, чтобы он был не сильно длинный. Так. Простую воду, корневин не добавляю. Так, это у нас избытки производства, так скажем. Простые листики, они повреждены в основном, они срезались, нарастут новые. Так, я добываю черенки. Вот череночек молодой. Тоже идет на укоренение. Вот череночек. Я его урезаю. Так, это тоже на выброс. Вот, того у меня получилось 4 черенка. Так, вот это можно удалить, завядший листочек неразвитый. Это тоже удаляем, очищаем от всего. Так, этот я урезать не буду. Нормальный ростик. И последний. Так, тут у нас что? Сухое, гнилое. Ничего нет сухого, гнилого. Этого укорочу. Вот и вся работа. А это будет у нас
укореняться и наращивать новый листовой аппарат. Так, чего у нас тут сухенькое? Убираю. Я так неоднократно делала с сингониумами на работе и дома. Ну, в принципе, вот этот длинный хочу подрезать. Тут ни к чему. Вот гнильное уберем. Ну, все, в принципе, тут все хорошо. Вот, какой красивый купила, теперь такой некрасивый. Через месяц будет красивый. Всем спасибо за лайки, за подписку. Всем красивых пушистых цветочков. Пока-пока.